Какая у нас сегодня красивая улица. Сколько висят разных флажков по всей улице. Потому что сегодня сегодня утро началось с сирены. Потому что сегодня день памяти Ататурка. Вот видите, какие ралли у нас на дороге. Сейчас я с детьми еду. Куда мы едем? Мы едем в торговый центр. Как всегда, у нас шопинг. Но шопинг в нашей жизни необходим. Потому что у меня трое детей, и всем нужно что-либо купить. Стопчик. Вот смотрите, сегодня день памяти Ататурка, и вот везде продаются флаги. Вот мы, кстати, тоже забыли повесить флаг. Таиланд, смотри, флажки. И вот все идут с флагами. Вот видите, здесь уже оградили. То есть сегодня вечером будет мероприятие. Вот смотрите, уже можно покупать машину, работающую от... Короче, электромобиль можно уже купить. Уже везде предусмотрены для них станции, уже и на заправках много где открылись. И вот тоже, кстати, подумываем. Наконец-таки, да, мне кажется, вообще это, в принципе, изобретение это не ново, но мне кажется, все это задерживали из-за того, что невыгодно. Невыгодно нефтяным магнатам, правда? На бензине ведь такие деньги делаются. Тайланд. Короче, Тайланд обиделся, не хочет разговаривать. Айлин, нету, видишь, я же говорила, что купит их. Теперь только по интернету. Я вчера тут была, вчера и сегодня. Вот они. А, нет, это с завязками. А те были без завязок. Или с завязками были? Вот они. Так, короче, хотим вот такие вот. Смотрите, какие они крутые. А где вы? А, и вот, я вам покажу, кстати, для великовозрастной девочки, как их тоже правильно носить. Очень крутые, правда? На. Вот эти вот я хочу, чтобы... Это 37. Спроси у него. Миряба. У меня какой? 38? Да. Так, и еще мы потом пойдем в Скетчерс. Я хочу ей купить кроссовки. А, и еще я вам покажу Деремот. Кстати, я сняла Деремот еще в депо. Просто хочу сказать вам, насколько разные... Мираба. Насколько разные везде модели. Девчонки, что вы думаете вот насчет этих сапожек? Мне они, короче, понравились. Цена у них 200 с чем-то лир. Классные. Ну только жалко, да, что они замшевые, а так все окей у них. Короче, подумаем насчет них, правда? Смотри, какие красивые, Аленка. Тем более у меня синего много. Я очень люблю сочетание синего с красным, синего с оранжевым. Так, ладно, сейчас дочка померит. Потом пойдем с вами в следующий магазин. Короче, моя дочь хочет еще скетчерс. Мы хотим купить вон те. Но она, короче, возмущается, что я снимаю. Сейчас она выберет. Я вам потом лучше дома покажу в итоге, что мы купили из этой марки. Что тебе нравится? Что она померит спокойненько. Не понравился леопард? А где леопард, кстати? Я их видела вчера. $700 680. Так, ладно, сейчас она померит. Короче, вот такие вот она хочет, только с леопардом. $700. Сейчас они принесут, и она померит. Тут у нас целый скандал, снимать маме или не снимать. Все возмущаются. Вот смотрите, мы живем вон там, вот в Кларе ехать. И вот смотрите, как праздники.
Видите, перекрыто. Вот они, дорогу перекрыли. Теперь мы будем сейчас ездить кругами, искать, как нам проехать до дома. Я поеду. А вот тут мы хотим кушать. Дай сюда. Вот. И сейчас будем ездить, выезжать на Искилару окольными путями. Вот, смотри, что здесь есть. Все есть. Да, но гамбургера нет. Короче, коль дорога, как говорится, закрыта, чтобы кругами ездить, поехали в окружку и решили заехать в кафешку. Я, может быть, поем сейчас суп, вы не представляете. Короче, суп, вот это вот келепача, это вот аякпача, то есть из ноги, да? Вы не представляете, какие они вкусные. И еще я очень люблю ишкембе. Но все эти супы мы едим, когда нам не надо. Ни на свидание, ни на работу, никуда. Еще смотрите, келетандыр я тоже очень люблю. Тоже всем-всем-всем советую. Это такое нежнейшее мясо, которое буквально тает во рту. Так, и шашлычок. Ну, короче, сейчас посмотрим, чего мы поедим. Вообще, когда вы хотите поесть хороший суп турецкий, вам надо специально в чорбаджи идти. У них только-только супы разные. Короче, сейчас садимся, посмотрим. Короче, вот такие вот мезе нам принесли. Это остренькое. Мы очень любим. Это острое же, да? Ты попробовала? Очень острое. Как всегда, я заказала свой салат. Это острый перчик, я его не ем. Зелень я всегда все съедаю. Короче, сейчас мы разберемся. Я заказала ишкембе. Ишкембе — это суп. Сейчас принесут, я вам расскажу, что это за суп. Очень-очень вкусный. И еще я очень люблю вот такой... смотрите, какие лепешки. Они такие воздушные-воздушные. Таиланд, видите, как проголодался. Таиланд, не ешь лепешки, сейчас еду принесут. Короче, вот это ишкембе. Он... значит, варится вот из рубца. Я почитала по-русски, это вроде бы рубец. Короче, это желудок. Как его нужно кушать? Обязательно в него должны добавить. Сейчас тебе кушать принесут. Вот, видите, чеснок. Дома я делаю то же самое. То есть вы давите чеснок, можете добавить чуть-чуть воды или уксуса. Дальше мы сюда должны добавить уксуса. Это виноградный уксус. Желательно, короче, виноградный уксус добавить сюда. Это соус, Алина, гранатовый. Это уксус виноградный. Виноградный уксус добавили сюда. И вот теперь пробуем. Я очень люблю этот суп. Многие говорят, что он вонючий, но, конечно... Короче, все, весь его запах забиваете. Забиваете в основном чесноком. Поэтому желательно не увлекаться. Ну, если вам не нужно на какую-то встречу или еще куда-то. Потому что очень сложно забить будет этот запах. Это пиде с мясом. Это пиде с сыром. Таиланд, пиде бери. У моей дочери суп, это мерджимек. Ты полила? Мерджимек надо поливать лимоном. И можно присыпать хлопьями острого перца. Да. Короче, обязательно, как всегда, есть салат. Я уже еле-еле доедаю суп, честно. А вообще я планировала еще поесть шашлык. А это я заказала детям, а если что, да, мы домой заберем. То есть они... завтра. Ага, мы что-то поназаказали. Ну ничего, значит, готовить завтра тоже не буду. Завтра подогреете. Это шашлык из курицы. Мы вообще пришли поесть курицу, шашлык. У меня острый Адана кебаб. А у тайлашки вот такие шашлычки. Вот смотрите, довольно-таки приличная порция. Это шашлык из баранины у него. Тайлашка, а шашлык? Вкусный, пробуй, ага. Вот где твоя вилочка? Хороший шашлык?
Короче, девочки, вот мы что купили ей. Вот такие вот. А другие черные завтра пойду их заберу. Они их заказали, их в наличии не было, и ее размера всего лишь две штуки есть. Ну, короче, завтра я их пойду заберу. Потом мы с вами сделаем образы.